Всем приветики, омлетики, с вами, кстати, я, Драгон, ну а вы со мной, мои большие, сильные драконы. Сегодня мы с вами поиграем в Stand of 2, командный режим, командный бой, вот. Извините, конечно, что так долго не было видеороликов. Но я немного сейчас сопливью. Потом я вообще не вот. Что я сделал прострелом? Хэдшот? Как? Так, ну, в общем, ребят, извините, что там долго не было видео. Все потому, что я немного приболел. И домашки дофига задавали, я не успевал снимать видеоролики, и все такое, все в этом духе. Поэтому, ребят, не было так долго видеороликов. Извините, простите, все понял. Больше не буду так делать, я прям как Ивангай. Ну, я, конечно, не как Ивангай. Подписчиков у меня, во-первых, не так много, как у него. Всего лишь 32. Но я долго не снимала видео. Для меня это уже долго. Для Ивангая, видимо, это быстро. Это время проходит, потому что, ребят, вопрос, он сколько не снимал видеороликов? Сколько времени? Вот недавно только видеоролик вышел у Ивангая. И это жесть полная. Так что, ребят, сильно не обижайтесь. Да в смысле? Килы не дают сделать, она... А, я думала, я на последнем месте. Так, хэдшот. Класс. Найс. Так, кто... Что, как? Только вышел, как он мне хэдшот поставил. Так. Да блин, я даже обратить внимание не успел. Так, давайте, вот здесь вот встанем. И, блин, не получилось, не фартануло. Так, убили. Там кто-то есть. Ай, крыса. Ну, хотя сейчас у нас год крысы, надо делать чего? Год крысы. Значит, надо крысить. Там два хэдшота поставили. Так, хэдшот. Это зоповая, ребят, нычка. Так, тихо. Он запалил, да? Запалил. Но он не смог меня убить. Блин! Я на первом месте, хотя на строе. И у нас больше киллов, чем у них. Я им еще приношу киллы. Хотя, ребят, на строе их пятеро. У нас просто, ребят, игроки лучше. Мне кажется! Но это нечестно все равно. То, что потому что их трое... Ой, на строе их четверо. Это нечестно. Так, на эти два хэдшота сразу одновременно. Так, ну не одновременно, конечно, но два хэдшота. Так, продолжаем продолжать. Два хэдшота. Сколько я там хэдшотов считаю, я уже сбился со счету. Но я у них на первом месте. Хотя у нас бронзовый ветеран, но мы и побеждаем. Но я на первом месте, он на втором. Опа, блин. Ну я его, ребят, засек, но я просто не успел выстрелить. Задел. Ребят, если услышите чьи-то голоса, не обращайте внимания. Это просто мой брат. Блин, убил. Ну, пана. Так, тихо. Ребят, у меня есть, короче, друг. На него я ссылку оставлю. Нам, ребят, надо... ссылку в описании я на него оставлю. Только, ребят, надо
обогнать его. Да. Давайте обгоним его. Вы уже знаете, что делать. На него подписаться, на него подписаться. Так, в общем, ребята, продолжаем продолжать, как говорится. Блин! Продолжаем хайпить. Нет, мы не хайпим. Хоть что-то и делаем, но это не настолько круто, как делают это профессионалы. Так, тихо. Сейчас деглушечки. Патроны кончились, поэтому, ребят, надо с дегла его было. Так, стоп, он ушел. Он ушел. Ушел. Что? Надо было нож брать и быстро его зарезать. Блин, они нас обгоняют. Быстро-быстро догоняем. И больше килов, чем у нас. Ты серьезно? Что? Я еще только не... Я еще не вышел, а он меня уже... Так, стоп. Все, все, ребят, я собрался. У них на 8 килов, на 9 килов больше, чем у нас. Все, я собрался. Что? А, это не он. Это другой. Все, так, сделал. Мне подлёнку. Да как, блин? Блин, да как? Почему они щиты подрубили или что? Я просто не могу понять. Как? Нас трое, их пятеро, в смысле? Это нечестно. Это просто-напросто нечестно. Конечно, мы так будем проигрывать. Нас четверо. Ой, нас... Да, нас уже четверо. Да блин! Хоть что-то не ставит. Мне кажется, ребят, читы подключили. Мы играем честно, без читов. Как он меня забил. Я на первом месте, да. У нас бронзовый ветеран, у них бронзовый и серебряный. Нас трое. Класс. Класс, мы проигрываем. Классно вообще. Не, в натуре класс. Конечно, мы так будем проигрывать. Потому что нас меньше. Так, урон 50 у него. Равно у него 50 хп. Я фиговый математик. Я очень фиговый математик. Так, тихо, ты никого. Так, что? Как? Да как они это делают? Здорово, чел. Так, тихо. Ладно, ребят, попробуем крысить. Я редко крысю, но сейчас будем... И как он это сделал? У меня такой вопрос. Как он, мать его, это сделал? Раз они крысят, значит, и мы будем крысить. В смысле, я по нему урон нанес? Сейчас вы увидите, ребят, это... Ой, по своим стреляю. Сейчас вы, ребят, должны были увидеть... все вот белые штуки в замедленной съемке, шучу.
Вы не увидите этого. Нафиговый монтажер. Я не умею монтировать видеоролики. Не знаю, как я их монтировал. Я просто эффекты добавляла музыку. Все это... Что с ним? Что с ним? Скажите мне, пожалуйста. Что с ним происходило? Кирвар, минус. Я на первом месте. А, не, на втором. Ладно, тоже почетное. Но я много хэдшотов зато ставил. Я вообще их первый раз выводил на эти. О, плюс 5. Плюс 3. Выходим, ребят. И в общем, ребята, этот видеоролик подходит к концу. Сейчас мы еще, если у меня накопилось 100 серебра, 100 монеток, то мы еще, возможно, откроем боксик. Бокс. Сейчас еще, возможно, если у нас есть 100 монет. Так, стоп. А, нет, у нас только 21 монета. Ладно, ребят, с вами был я, Дракон, вы со мной, мы большие, сильные драконы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать свои... И рекомендуйте, какие еще можно игры поиграть, кроме стендоффа. Лаздей я уже снимал. Вот я думаю, может, можно Need for Speed снять? Напишите в комментарии, какие еще видео можно заснять. Да. Ну, с вами был я, Драгон. Всем пока.